Все, я вышла, иду фотографироваться. Сегодня погода у нас хорошая, солнышко, ветра нет, не холодно, тишина, все на работе. Идем. Вот эти все кафешки, Ассорти, Лаки, это все русскоязычные хозяева. Да, вот здесь, кстати, бар, дринкхаус, тоже с Россией, моей женой. Во, блин, тоже русскоязычные хозяева. Экзотика. Тоже магазин салатов и комплексных обедов. В общем, район, улица русскоязычных. А здесь вроде цветы были, расформировали. Огонек. Дальше телефоны мобильные. Тоже для русскоязычных. Он работает, оформляют. Был телефон и сим-карты. Такой райончик, даже рыба есть. Можно сашими покушать. Со свежей рыбой. Наш знаменитый перекресток. Почта Йонсу, отсюда наши автобусы отъезжают на работу и поездки. Здесь очки я покупала. Здесь караоке. Российская, русскоязычная. Баскин Роббинс. Мы здесь любим мороженое кушать. О, что-то мне близко слишком. И вот здесь мне сказали, что можно сделать бюро услуг. Здравствуйте. Паспорта делает, так что мы будем делать. Здравствуйте, а можно фотографию сделать? Можно? Короче, мне сделала эта женщина фотографию. Мне не понравилось. Потом покажу, какую она сделала. Или сейчас показать. Ужасная фотография. Я там такая отекшая. Это просто трындец. Фотография на загранпаспорт. Я не хочу такую фотографию. Я здесь фотографию делала у одного дядечки. Сейчас хочу перефотографироваться, попросить его, чтобы он мне сделал. И немножко отфотошопил. Потому что я когда фотографировалась на ID-карту, мне там отфотошопили, но не сильно, но красиво сделали. Аннамасео. Где он вышел? Походу, он здесь тоже может это сфотошопить. Здесь у него такая студия. Сейчас попрошу, чтобы у него это тоже... Аннамасео. Не, подождать просит. Вот видите, здесь прям сразу. Ну, видно фотосалон. И зеркало, и помада есть. А там у него просто бюро услуг. И этот. Бюро услуг, и... Она просто сфоткала. Я вам объяснила. Он сказал... Да, на паспорт, маску эту я сейчас сниму. Маску сюда. Говорит, уши, что были видны. Он мне сказал, чтобы и очки снять. Немножко мне подкорректируют губы, я ничего не буду красить. Все, я пошла. Он сказал, очки снять. Нет, вот это был профессионал чисто. Такое плечо ниже, плечо выше, голову в бок, чуть-чуть влево, чуть-чуть выше, подбородок ниже. Вот это вообще. Сказала чуть-чуть, чтобы меня подфотошопило. Волосы чуть-чуть, миллиметр, еще чуть-чуть, плечико налево, плечико направо. Блин, вообще сразу видно. Четко. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Цвета. А она круче этот. Ну, у него на профессиональный этот фотоаппарат. Она на телефон сфоткала и все. Ну, а что у нее? Не профессионально, просто беру. Она там и визы делает, и переводы, и айдишки, и то, и все. Конечно, это так быстро.
Ну, эта фотография пойдет. Не принципиально, но принципиально и не принципиально. А все-таки хочется что-нибудь, чтобы было все красивенько, приятненько, аккуратненько, да? Поэтому здесь сидим. Есть какие-то допустимые пределы фотошопа на документы. Сделайте, сейчас покажу вам. Приготовила деньги, сижу, жду. Не знаю, вроде он такой профессионал, все быстро делает. Чик-чик, секунды, минут. Ну что-то редактирует, он уже минут 10 точно. Походу, сейчас там он мне сделает. Анджелина Джоли, суперзвезда. Голливудская. Все напечатал. Пошел резать. Сколько возьмет, не знаю. Ну, кажется, минимум они 6 штук делают. Там она взяла с меня 15 тысяч. Здесь, наверное, тоже примерно так же. Надеюсь, сделает все четко, красиво. Профессионально. Люблю профессионалов. А кто не любит, да? Ну, в том агентстве я была, в принципе. Ну, там такие услуги оказывают. Продление айдишки, подать на айдишку, пройти медкомиссию, там, переводчик. Ну, всякие такие документы, которые, в принципе, я сама, да, могу сделать. Ну, которые я ни разу не делала. Но думаю, что я смогу со своим уровнем корейского языка, пониманием, бы я бы смогла сделать. Может быть, как-то тяжело. Вот, и я попросила у нее проверить мои налоги. Она говорит, это надо мне ехать. Будет стоить 50 тысяч вон. Я такая, вообще-то, я думаю, что я сама, тем более, я вчера общалась в чате и тоже спрашивала про налоги. И там мне один, не знаю, узбек или казах на нечистом русском языке ответил, типа, ехай на налоговый офис и сам все проверь. Это очень просто. Если он мне так сказал, что там очень просто, то я думаю, что да, даже для него очень просто, то думаю, для меня, ну, в общем, справлюсь. Знаю, сейчас 3 часа дня. Жду фотографии. И, может быть, поеду, успею. На автобусе написано 30 минут ехать. Возможно, мы сегодня с вами побываем еще и в налоговой. Сделаем еще важное дело. Но это мне нигде не требуется. Я для себя хочу проверить свои налоги. А, все сделано. Я не знаю, это какой-то прикол. Вот это вот она, да, мне сфоткала первым. Вот это он. Отфотошоплено все. Уши, блин, торчат, как у... Как у гоблина. Какая лучше. Это прикол просто. Ох, ладно, делать нечего. Я сходила домой. Переоделась, потому что сегодня нереально тепло, жарко. Всю неделю будет тепло. Всю неделю будет все холодно. Одела свои кроссовки, любимые, страшненькие, грязненькие, не видно. Это я в первый день, когда я приехала, вышла на работу, на арбайт. Я попала на работу, просто капец. И там они все у меня загадились, эти кроссовки. Но так они у меня не старые и очень удобные. Я их все равно иногда одеваю. Так, в общем, мне надо пройти до остановки автобусной, не знаю, 7 минут, и на автобусе до налоговой, полчаса на автобусе без пересадок. Все, погнали, поехали, попробуем проверить свои налоги. Я думаю, там ничего проблемного нет, просто для себя хочу, потому что все равно такой слух ходит, что когда мы ходим на арбайт, они просят наши айдишки. Фоткают их, и, возможно, некоторые недобросовестные инлёки, агентство по трудоустройству, могут на ваше имя списывать свои расходы. И потом, ну, например, у меня зарплата там в месяц 2 миллиона корейских вон, а она там на тебя закинет 7 миллионов вон. И приходится их, ну, оформляется как мой доход.
и подоходный налог, естественно, выше. Или я подоходный налог буду платить с 2 миллионов или с 7 миллионов. А налог в Корее, кажется, 3,3. Подоходный налог. Есть еще такая программа, приложение на телефон 3,3. Я его еще не скачала. Надо скачать, посмотреть. Проверить можно свои налоги. Вот. Съезжу, проверю, посмотрим. Сниму, может быть, что-то получится. Ой, я что-то оделась легко, и ветер холодный задул. Ну ничего, прогуляемся. Еще я пришла на остановку. Вот такое табло. 112-й. Автобус через 9 минут приедет. Осталось 9 остановок до меня. Очень удобно. Через 9 минут приедет автобус. Какой-то едет, но это... Нет, не мой. Четверка. Еще, кажется, наш автобус едет. Он иногда показывает 4 минуты, а на самом деле он ближе. Это какой? Это четверка. А, четверка здесь не останавливается. Все, мой автобус приехал. Карточку пикнем и зайдем. Все, поехали. Ой, дядя проводил свою девушку. Все, пока-пока. Ой, 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 все. Быстро, быстро, все. Шумахерские корейские автобусы. Кажется, это то, что... А, да. А прямо на остановке я хожу вокруг этого здания. Так, ладно, что, заходим? Что, он там работает, не работает? Что мне надо? По какой этаж? Что за схема? Он переехал. Типа я здесь нахожусь, а мне надо вон туда пройти. И там будет налоговая. Приехала, оказывается, не совсем туда. Там изначально на карте было написано 2 офиса. Налоговая, я нажала, не знала, какая разница, там не было написано, какая разница. Я нажала на ближайший, приехала, а там на двери написано, что это только какими-то следственными какие-то налогами занимается. Какой-то следственный комитет, в общем, который по налогам надо проехать в тот. Ну, в общем, на такси 4 минуты. И вот еду. А там я помнила, конечно, Россию. Где ты приедешь, а там написано, здесь закрыто, офис приехал в другой, по другому адресу. Ну ладно, мне такое даже нравится. Маленькие квестики, да? Но только маленькие. Так, ладно, едем. Ну на такси, да, по дороге как-то все в окружную мы приехали. Какие-то дома. Ой, какие-то дома, что-то интересненькое. Как я отсюда буду выбираться, тоже на такси. Йоги, йо. Одна самостоятельная консамни, да? Не-не. А, вот сюда приехали, ладно, сейчас пойдем. Флаги что-то развиваются. Хе-хе, пойдем. Консамни, да. Ой, все, пошли. Проверим свои налоги. Ой, как все официальненько, как все страшненько. А что страшненького-то? Ничего страшненького. Идем. И что, какой этаж? Я не понимаю, что здесь написано. Что-то первое то. Фейнщиль. Блин, я не знаю, какой у меня до этаж.
Ладно, пойдем посмотрим. Блин, сейчас начнется. Блин, хера не знаю. Сюда, наверное. Короче, надо номерок взять. Блин, где номерок брать-то? Я не знаю, где еще что брать. Короче, получила я кое-какие бумаги. Куча офисов. Не знаю, все ли я поняла, не все. Нужен мне, наверное, переводчик грамотный, который мне что-то переведет. Какие-то цифры бесконечные. Не знаю, что здесь не по порядку. Первый месяц, потом опять второй, опять четвертый, опять все вперемешку. Налоги есть налоги. Вроде проблем нет особых. Все, еду домой. Буду с переводчиком, наверное, разбираться. Или как искать информацию. Устала, еду домой. Буду монтировать видео. И записывать еще видео. Так, прогулялись в новеньком районе. Узнали кое-какую информацию. Думаю, что-то есть здесь в этом. Полезное, нужное. Надо выбираться, искать такси, автобусы. Как-то погуляла вечером в таком красивом районе. Немножко с собой погуляла. Это станция. Ничего, ничего. Я не знаю, это станция. Станция. Прикольно здесь. Погода хорошая, ветра нету. Воздух свежий, солнышко садится. Там стадион или что? Там что-то строить будут. Попала в такой переход. Батарейка садится, я все снимаю как бешеная. Для вас такие картины. Для животных. О, там рыбки у нее. Бугайчики. Ой. Ой, что за красота. Смотрите, какие красивые здания. А, зеленый свет, я не знаю, мне надо идти или нет. Купила у бабушки хурму и еще что-то. У нас уже вечер, я добралась до дома наконец-то. Надо что-то взять покушать. Горяченькое, супов, да? Видите, какой выбор. Какой хочешь, хочешь мелку, хочешь хеденку, хочешь что-то там, это еще хочешь тюнтянку. Так, а я что, я всегда беру вот этот. И бегу вот с этим баллоном. Вкусный, не острый, вот эти острые, есть не острые. Все, вот этот мне хватит на ужин. Все, домой кушать, греться. Понедельник, а значит, полки затарены свежим, вкусным, полностью, все есть, вау, холодильники полные, в воскресенье все будет пустое. Так, а нам что взять покушать? Что мы хотим? Плов? Мы же взяли себе уже еду, плов есть свежий, у нас же есть суп. Что, плов можно завтра взять? Все полное. Все полное, свежее. А что, блин, мне жалко. 10 тысяч надо платить? 15 тысяч по-любому? Да. Вай! Вай, ты согласна? Да. Ну давай, прости, когда меня.
здесь скажите, как это? Внизу? Да. Нет, нет. Сколько абонемент стоит? 90 тысяч. Это на месяц, а на 3 месяца? 90. Вообще недорого для такого уровня. Когда будет, мне скажешь, я, короче, возьму. Не, классно. Кстати, ты знаешь, мы вчера на эту тему, да, с тобой, допустим, поговорили, и мне уже девочка одна звонит, говорит, давай вместе тренироваться. Конечно, ты чё, конечно. А мне в какой, любой шкафчик? Да, какой. Это женская, да? Да. Конечно, Мару, давай. Это вообще тема. Мару меня притащила в зал. Я не знаю, я буду снимать по максимуму. Она мне говорит, давай занимайся, я буду снимать по максимуму. Что я не знаю, я, может быть, здесь первый и последний раз. Блин. Это, короче, Альбина, она же стрижет и косметикой занимается, она, кажется, еще это, занимается всякими этими. Мару из Казахстана, она профессиональный фитнес-тренер, давно занимается, может сделать вам коррекцию фигуры, веса, питания. Кто хочет заниматься с ней, пишите, я оставлю ее инстаграм в описании. Записывайтесь. Инчон Саданджи.